Продолжаю отвечать на вопросы, не на вопросы, на комментарии. В частности, пользователь Андокси комментирует: не стоит быть материалистом, не за это вас смотрим. Дорогой Андокси, вот давай попробуй примери на себя. Вот я тебе говорю, не стоит быть материалистом. Пошли 500 рублей и не будь материалистом. А почему я не должен быть материалистом? Дорогой Андокси, ты предлагаешь мне, чтобы я это делал для тебя, в том числе бесплатно, потому что не за это вы смотрите, не за деньги. Ну, оно понятно, да, да. Так что жду от тебя перевода. Не будь материалистом. Пока, смотрите другие наши видео.